Всем привет! С вами Наталья, и у меня очередная распаковочка. Что, начнем? Наверное, сдвину все вот так в сторону и буду брать по одной. Это мне пришли приспособления для зубной пасты. Взяла две, одну красную для томатной пасты. У нас обычно томатная паста в тюбиках. Я беру и для зубной пасты вот такое приспособление. Ну что, попробуем. Она работает. Что-то, мне кажется, не держит. Нет. Все хорошо закручивает. Вот так. Выжимает. Отлично. Можно так ставить. Хороший товар. Рекомендую. Вторая посылочка, такая желтенькая коробочка. Так, и пришла ко мне зубная паста. Такие маленькие тюбики, я думала, побольше будут. Что-то там прям столько много отзывов об этой зубной пасте. И отбеливает, и освежает. Будем пробовать. Вся прям хорошо упакована в заводской упаковке. Не в тюбиках, таких вот бутылочках пластиковых. Открывается и дозатор. Нравятся мне такие дозаторы. Поставила аккуратненько. Пахнет мятно. Ну что, будем пробовать зубную пасту. Так, и следующая посылочка. Такая маленькая. Ага, это пришел слуховой аппарат для пожилых людей. Я взяла для мамы. Моей маме уже 52 года. Фу, 52 года, если бы. Это мне, а маме моей 92. И немного стало плохо слышать. Так, такой хороший контейнер. Да что ты? Щеточка чистить. Две батарейки. Насадочки большие, маленькие, еще меньше. Тут насадочка. Вот такая маленькая-маленькая тоже, как бы щеточка. Наверное, чистить сам слуховой аппарат. Здесь больше и меньше. Вот сюда вставляется батареечка, закрывается и добавляется. Ну и спробуем.
Что мама скажет на это? Она никогда не носила слуховые аппараты. В принципе, она слышит. Но немножко плоховато. Телевизор на всю громкость. Будем испытывать. Следующая посылочка. Ну, как хорошо упаковано прям все. Так, и это пришел крем от Биокура. По-моему, крем, потому что я что-то два выписала от этой фирмы. Я так думаю, что это крем увлажняющий для лица. Сейчас посмотрим. Магазинная упаковка, все хорошо закрыто. Срок годности стоит до 2024 года. Хороший срок годности. Открываем. Ой, здесь закрыто. Прям все хорошо заклеено. Идет такая лопаточка. Зачем только? Наверное, это не крем. Скорее всего, это маска. Скраб очищающий, скрутка. Сейчас попробуем. Запах очень приятный. Но цвет не очень. Сейчас попробуем, посмотрим, что это. Да, это скраб-скрутка. Наносится на лицо, дается какое-то время. И потом он скручивается. Так, оставлю на руке. Посмотрим еще одну посылочку. А потом скрутим его. Посмотрим, как скручивается. Так, еще одна посылочка. Белеет на руке. Белеет. Так, вот это вот, наверное, крем. Я так думаю. Или? Да. Наверное, крем на рисовой основе. Здесь даже рис нарисован. Тоже от Биокура. Хорошо. Магазинная упаковка. Вся фолия, все упаковано. Срок годности есть. Сейчас найдем. Да, до 2024 года. Срок годности. Хороший срок годности. Открываем. Извиняюсь за шум. У меня еще пока нет микрофона. Выписала. Так. Вот это крем увлажняющий для лица на основе риса. Такой гелеобразный. А может наоборот? Может это скрутка? Что-то я не знаю. А, вот это крем для лица. Он такой воздушный, шипучий, пузырьковый. Да-да-да, вот он, увлажняющий. Все, я вспомнила.
Он прям шипит на руке. Вот сейчас вот я заметила. Такой воздушный, пузырьковый. Угу. А вот это вот скраб-скрутка. Вот так вот. И он должен скручиваться. Немножко, наверное, подсохнуть должен. Этот крем я убрала, уже пузырьковый вытерла. Вот здесь у меня еще нанесен этот скраб-скрутка. Ну что, попробуем. Да, скручивается. Угу. Скручивается и, как написано, очищает поры. Видно, да, как скручивается? Вот такой эффект. Запах не противный, но у этого приятней запах пузырькового крема, маски. Вот так вот на руке скручивается. Ну а на этом все. Моя небольшая распаковочка подошла к концу. Всем большое за внимание, кто заглянул ко мне в гости. Если понравилось это видео, ставьте лайк. До новых встреч. Пока.